Сахалинской трассе. Направо хороший магазинчик. Скоро там будут кур продавать. Посмотрим. Едьте, девушка, едьте. Там сотня. Здесь тоже. А что-то опустил этот склад Технониколи. Ха-ха. Вот интересно. Неужели опять перетурбации какие-то? Перетурбации. Раньше тут Технониколевский склад был. Теперь пусто. Интересно. Поменялся владелец, либо политика. Пустые склады стоят. Здесь, наверное, тоже ремонт дороги. Знаки сужения надо скинуть. Да, ремонт дороги 50-40. Потихо поедем с этой шаландой. Да, латают, латают. Латают Гродненскую трассу.